победы в шестером с пустыми воротами. И это в свои пустые. Это в свои пустые. Это 5-2. 5-2. Ну, как некоторые говорят, когда у вас пустые ворота, назад отдавать нельзя. Ну, я уж не знаю, насколько это актуально или нет, но вот... Ну, назад в сторону центра, конечно, так себе история. Там даже, вы знаете, там даже если бы она к Силаеву пришла, мне кажется, она пришла бы все равно в средней зоне.